Всем привет, друзья, коллеги, как у вас дела? Снова вещаю из машины. Ну, я такой человек, я не люблю какие-то заготовленные видео, заготовленные обращения. Вот как появляется мысль такая, и когда это удобно, я начинаю говорить. В последнее время эти мысли у меня появляются в машине. Но сейчас, сегодня я бы хотел немножко поговорить про гибель лебедей в городе Актау, Магиславская область, озеро Караколь. Все вы об этом, многие, по крайней мере, вы знаете. Кто-то из вас видел, кто-то не видел обращение работников Министерства экологии. По их информации, более 800 птиц погибло, и причиной этому является птичий грипп. Ну, раз такое заключение официально пришло, значит, это действительно так. А там теперь нужны определенные меры приниматься. Вот комиссионно все это должно решаться и обязательно с участием науки. Но в целом я хотел бы поговорить про это озеро Караколь. Озеро Караколь является природным заказником местного значения, если мне не изменяет память. Находится в городе Актау. И в последние годы, последние лет 5, экологическое состояние этого озера, оно только ухудшается. Связано это с тем, что оно находится, можно сказать, в черте города, и рядом есть много загрязнителей. И особую лепту загрязнения этого озера, и это не только мое мнение, это были официальные проверки госорганов, и активисты тоже вопрос поднимали, это отель «Риксос». Отель «Риксос», он запущен в эксплуатацию в 2020 году. Там расположен он на берегу Каспийского моря, то есть с одной стороны Каспийское море, потом идет дорога, и через дорогу вот это озеро Караколь. Озеро Караколь, она сейчас номинирована для вхождения в список ценных водно-болотных угодий международного значения. Что это значит? Это значит, что это озеро является местом обитания или местом остановки каких-то эндемичных или редких животных, в том числе, например, фламинго. Это такая гавань для фламинго является во время их миграции. Что представляет собой Риксос? Я сам работал в системе Минэкологии, и в 2020 году лично ко мне пришел документ «Оценка воздействия на окружающую среду». Предполагалось так, что Риксос берет воду с Каспийского моря, затем у них есть определенные фильтры, и эту воду он использует для своей деятельности. Затем ее же нужно куда-то сливать, и они предлагали, что будут сливать озеро Караколь, которое находится через дорогу. И в этом проекте было указано, что там будет стоять какой-то суперский фильтр, и в озеро будет сливаться чуть ли не святая вода такая, суперчистейшая. Но на тот момент я сам не согласился и не одобрил этот проект. Но затем подключились, получается, Риксос подключил свои связи, и там было прямое поручение тогдашнего зампремьера, тогдашнего вице-министра. Вот. И я лично не подписывал этот документ, но тогдашний председатель комитета лесного хозяйства животного мира подписал. Я об этом как-то писал год назад. Вот. И как я и боялся, фильтр этот нормально не работает. И затем там было зафиксировано, что именно с отеля там идет ужасное загрязнение этого озера. Сейчас, насколько я знаю, открыта проверка. Надеюсь, проверка будет качественная, и нужно в целом вот эту вот деятельность отрицательную по загрязнению посмотреть и заставить их принять какие-то меры. Ну, пускай ставят фильтр. Лично я им предлагал тогда так, что через 1,5 или 2 километра там находится отстойник, куда можно сливать такую воду, и прокладывать туда там хотя бы пластиковые трубы. Ну, для них это было дорого. Там как раз у них в 2020 году уже собиралось через месяц или полтора открытие. И, в общем, они надавили. И, как бы, мое вышестоящее руководство им пошло навстречу. И имеем то, что имеем. Так что, когда строятся такие объекты, вот, рядом, когда есть особо ценные природные объекты, считаю, что на чаше весов всегда должно перевешивать ценность сохранения природы. Вот. Всем
Счастливо, всем хорошего дня.